На холодной скале три колдуна решили устроить пир. Пригласили гостей, набрали вина и провозгласили мир. Пришли к ним на ужин вор в новом пальто, царевна, дракон, вурдалак. А мир был нужен за тем, чтоб никто не устраивал пьяных драк. Сидели царевич с конем, как будто бы знали про пир. И пир начался, и по кругу пошел вина, священный Грааль. Вливали в себя еще и еще, и забывали мораль. Царевна дракона к себе повела, не спрашивайте зачем. Царевич, увидев такие дела, побледнел и рухнул на землю. Бурдалак повздыхал над чужой бедой и крови отлил для него. А кто-то украл у вора пальто, и все тут догадались, кто. И все тут кричат, а где же мораль? Все происки трех колдунов. Но не помнит никто ни священный Грааль, ни вышесказанных слов. А я все же ждал другого конца, мне сказали, не найдешь там концов. И понял тогда, не суди никогда, и не вешай никому ярлыков.